casa lepta mai. Mai ava ia trindes. Shat kanats e tronsimats. Привет. Ты вождь этой деревни? О, ты похож на путешественника. На человека действия. Меня зовут Танак. Я вождь Саппы. У меня есть вопрос. Я открытая книга. Стреляй. Мне книга не нужна, а вот стрелять? Да, именно стрелять мне и нужно. Сколько стоит пистолет? Извини, Танак, он не продается. Прости, я объясню. Мне нужна и рука, которая его держит. Твоя рука, которая спускает курок. Я заплачу. И в кого ты хочешь, чтобы я стрелял? В гаморов. Брачный период завершился. Они голодные, поэтому возвращаются в Сапу, чтобы есть нас. Поможешь от них избавиться? Подумаю. А кто такие гаморы? Четвероногие падальщики. Острые зубы, жестокие когти, быстрые как гарпун. Гаморы! Ладно, ладно, уймись. Помогу я тебе. Не думаю, что они бегают быстрее пули. Что такого особого в этом вашем маленьком поселении? Оно очень особенное. Это маленькое поселение, ворота к морям Адельфы. Здесь живут хорошие, опытные рыбаки и... Кого я хочу обмануть? С каждой луной их все меньше, потому что экономика рухнула, когда захватчики отключили Даоку, а из рыбы осталось только Санекта. Я раньше никогда не пробовал Санекту. Тебе она нравится? Будто у меня есть выбор. Эти мерзкие плотоядные твари стали главным источником пищи, потому что сожрали всю остальную рыбу. Что-то с температурой воды произошло. Барам лучше меня объяснит. Поговори с ним, если хочешь знать больше. Как мне починить Даоку? Порталы работают на энергоядрах. Это деталанская технология. И захватчики их все конфисковали, так что мы тут застряли. Захватчики обращают всех, кто пытается вернуть ядро. Так, погиб мой дорогой брат. Так что мы просто не думаем об этом больше. Полагаю, ядра они хранят на какой-то базе. Точно, человек действия. Включай мозги. Я запретил таланам подходить к ближайшей базе. Но если ты захочешь украсть энергоядро для Даоки, я не буду злиться. Я буду радоваться. Как тебя зовут? Я Танак, вождь Сапы. До встречи, Танак. Ага.
слезут. Ну что, сыкуны крылатые, нападают? О, что за... Бывают запахи и поприятнее. Клёво. Не знаю, что это такое, но выглядит очень нужным. Полезная штука. Это, видимо, алтарь сущности, про который говорил Алихас.
круто. Что сейчас будет? Ладно, раз им всем так не имется. Что, мадам компьютер, посмотрим, что будет, если потыкать эти клавиши. Новый оружейный модуль. Супер! Привет, у меня есть пара вопросов. Да? Что ты можешь рассказать мне про Саппу? Наши ловкие и умелые рыбаки ловят санекту. Они много лун оттачивали свое мастерство. Хотя до нашествия разных видов рыбы было намного больше. И у нас был еще один источник дохода. И какой же? Саппа считалась идеальным местом для отдыха. Разве можно представить лучший способ отдохнуть, чем прогулки по живописным пляжам и купание под луной? Это потрясающе. Ты в рекламе случайно не подрабатываешь? Нет, это ты с Танаком поговори. Он у нас отвечает за связи с общественностью.
Что такое Даока? Это круглые порталы, которые соединяют между собой различные места. Мы, Таланы, строим вокруг них свои деревни. Считается, что Даоки были созданы древними. Мы такими технологиями больше не владеем. Даоку можно отключить, если вынуть энергетическое ядро. Пришельцы так и сделали. Кто такие гаморы? Гаморы — опасные хищники, всегда нападают стаями. Обычно они окружают жертву и бьют все разом, покуда не обратят. До встречи. Приходи, еще поболтаем.